Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Короче, вот, рассказывай, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? АФК? Да можно крага взять, тошнором? Хозяин, ну-ка АФК, допустим, неважно. Айди не дают, говорят, деньги заплатить, чтобы карты дергать. Мне не нужен приз. Анкорал. Отдать ему рыцаря, я надеюсь, что эта штука разобьется. Вот так вот. Налево? Хорошо. Короче, вот, рассказывай, ребят, записывайте. Как играть на этой вообще аномалии? Что она себе представляет? Что делать? Во что я превратился? Вам нужно получить просто какой-то стол, то есть что-то, с чем вы сможете левелапать. Собственно, эта штука мне должна помочь сделать что-то, с чем я смогу левелапать. Так доделать. Баф этот раз не получим, ничего страшного. На следующий снова левел будет. Вот. Короче, вам нужно какой-то стол получить, с которым будете левел жать и добежите куда-то до пятерки, шестерки. Карта 6-4 прям жестко здесь имбалансная. И в принципе 6-4, наверное, стоит вообще всегда лочить. Берете последователя, делаете его в 6, оттуда падает семерка, потом насчет этой семерки начинаете играть. Если у вас к этому моменту еще здоровье что-то от лица осталось, то как бы, ну, молодцы. Здорово. Скорее всего. Скорее всего, победа. То есть оставаться здесь на четверке, там, пятерке, условно. Ну, короче, все часто плохо. Семерка слишком сильная. Шланг один стал сильно. Доставите на следующий уровень, это верно. Спасибо. Так не надо. Сюда, тычка. Сюда тычка. Не важно. Один дэмэдж получил. 6-4 какая карта? Это карта с 3 таверны, которая эволвит. То есть шестерка обращается в семерку. Опять же, семерки слишком жесткие, поэтому так. Вот, и стоит ли ради тебя сейчас оставаться на один ход? Я могу тебя забрать. Это мне какой-то темп вернет. Ты забрал 2-3, забрал карту в руку. На следующий у меня 9 монет. За вас стоит 6, мне нужно будет левел, что-то продавать. А, левел 9, ну понятно, блин, но... Не вижу с моей стороны это окидоки. Желательно, если терпеть, если есть, то вы тоже подколдите, как можно выше собрать. Какие ставишь перед собой цели после того, как стал топ-1 Европы? Стать топ-1 твоего сердечка? Ну как, уже получается? Ладно, это точно происходит, я рассуд начинаю думать. Я точно на стол ставлю? И, наверное, тебя забираю, тебя продаю. Мне нужна монета, чтобы здесь сохранялась. Давай не продай, это моя пара, я его трепец соберу. Вот видишь. Потом уже говорит, ничего себе, Арслан, как ты так трепец собрал? Вот это молодец. Нафиг монета? Не, монета мне нужна, это моя монета. Или что, на машине раз пропустить? Ну окей, годец пропустим, хорошо. Минус 3, кстати. Ну, минус 2, если считать. Неважно. Вроде вкусно, то ты делаешь, не особо-то вкусно. Офигеть. Прикольно. Давай, тычка в суд. Не надо. Давай, тычка в него. Пойдет. Пойдет. Не пойдет. Пойдет. Ужасно. Пойдет. Тычка сюда. Ужасно. Окей, ладно, хотя бы так. А, хорошо, это сообщение без ника копирует, ну, кстати. Если Twitch в Твиче копирует то-то твои сообщения, значит сообщения в умные, возможно. Это же так работает. Ребят. Каковы шансы, что если я сейчас залочу разведчика, отсюда упадет триплет, и я вас соберу на следующий ход в 7-ю таверну? Вот. Ну, короче, ладно, вопрос такой. Лочим или не лочим? Плюсик в чат, если лочим.
ХДД, если не лочим. Мы с вами идем на осознанный риск. Осознанный риск. Но если это будет триплет, то это нам такой темп сейчас жесткий даст. Надо было... Турист, чтобы все бы второе выбирали. Казалось. Я подумал, я почувствовал поток. О, два триплета, две семерки. Пока. Пока? Ну вот, ребят. Блин, надо было, кстати, тебя на первый слот поставить. Фак. Золотой бран, адапты. Ну, это примерно так выглядит стол. Человек, который вышел, чувствует верно. У кого получилось. Окей, меня эта штука устраивает. Все равно 15. Чего, no. О, нет. Oh, сейчас, ребят, монковая ситуация. Не будем... Пипя дает. Быстрее. Не знаю, что от него, да? Походу, что-то другое будем делать. Блин, лучше бы тату я собрал. А это пропустил? Ладно, неважно. Ну, в целом, кстати, вот просто посмотрите на средний уровень хода, когда вы делаете его в тир 7 или там в другой таверне, то есть... Он стал раньше призываться? А, не-не. Терком был на колду, да, но все равно факт того, что этот карт руки падает. Я мог и меньше с голдой тоже довольно сильно ход делать. Но это голду мы же не просто так. Просто вы должны в среднем понимать, какой бы ход получился в шестой таверне. Я про это. Я могу пта получить еще. О-о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 -
Пшел ты. Я собираю его трепет, пофиг.
Мойра не вернёт, да? Оу, щ... Оу, щ... Шкаф наполнен. Но в другой собирать морал делать надо. Зря его забрал. Я колдуна потом забрал, но надо было пропускать его. Арслан, привет, скажи, тебя тут смотреть или потом на резках? Знаешь что, ты можешь посмотреть меня здесь, а потом на резках еще посмотреть. Такой, ничего себе, я был там. Я был там, я это все видел. Играй карту, я играю карту, я пытаюсь. Я хочу еще его побафать, я вот эти штуки хотел на нем подержать, если честно. Нет. Только не его, фак. Блин, а почему я треплять собрал? Я же забыл, я все могу собирать, идиот. Я смотрю на него, думаю, да нафиг, не надо мне его. Так, ладно, ты точно не происходишь, да? Мне может выбить сейчас, я бран должен продавать, должен тебя продавать, должен все продавать. Пах, слишком много все продаю. Я должен тебя забрать, я думаю. А, ну пофиг на него, наверное, в этот раз так. Ну, слишком опасно. Я, короче, могу от него прям изи отлететь. Я хотел симку снять, потому что может быть дракон с симой таверны жесткий. Мы видели, что он способен, поэтому я должен идти против Алын. Еще должен быть тебя выкинуть с руки. Of course. Это было плохо. Ну хотя бы наказали его. Вот смотрите, я пошел против него Алын. Я усилился, чтобы как раз его выиграть. Потому что я видел, что в прошлый раз, видите, он же первый, кто вышел в седьмую таверну. И еще он выжил, ладно, неважно, я молчу тогда. Я молчу, я вообще молчал, ребят. Все, я ничего не говорил, я молчал. Это хрень трепет, может собраться, не хочу его брать, да? Как он выжил, потому что горячий рон есть, пока топ-4 не останется, я тоже про это забыл. Поэтому я говорю, молчу. Хотел сказать, что очень неправильно сделал, что он не пошел. Короче, ладно, вводили. Я тебя на стол, да, поставлю. А он будет лучше? Секундочку.
Мы что-то забыл. Да ничего не забыл, я... Это вылет. Пока всем. Приветы, лучший. Привет, лучший, я Радкан, здравствуй. Надо бы себя тоже себе куснеть, потому что это сильно страдает от этого дракона. You go back to her and I go back to us. Us. Ставлю этот трек, Радкан, спасибо тебе за 200 еще раз. А как получила столько стат? Мурлок дает столько стат. Если он убивает существо, оно забирает максимальные характеристики. То есть запомните, максимальные характеристики. Если карта, которую вы, допустим, побьете, выживет на одном здоровье, но карта была, скажем, не знаю, там, 1000-1000, то вы заберете себе статы 1000-1000 в руку. Максимальные характеристики, а не то, которое он убивает. Сейчас бы демонов играть, конечно. Дем норм, если никто ничего не захоронил. А так демон жестко сакс. Дан кусить, но я тебе чуть-чуть могу дать. Капустку тебе дам, хорошо? Держи. Держи. Скорее, сейчас набегут же, ну. Как хочешь. Эта штука очень хороша против нежити, прям нереально хороша. И как будто против нежити надо бы тебя продать и его ставить. Вот отсюда посмотрю карту. Там ничего нет, как ничего нет? В смысле, там капуста была? А вы не видели, да? Там все гарбанзом. Все гарбанзом. В принципе, море забав неплохо, учитывая, что на баблёше работает. Наш тетеревендер. Вообще, можно надо было против него ставить. Побафать его. Хотя много зато бы с него не получил, да, в любом случае. Ладно. Продай Варина. Он на столе неплох против нежити. То есть 24 вторым. Мне кажется, он сотов больше получит, если он атакует не сразу. Как будто он здесь больше сотов даст. Чуть-чуть. На самом деле там не важно, любой баф подойдет. Но если что, эта штука не забьет так, чтобы эта штука не смогла атаковать. Он всегда атакует. Там нежить, которая буквально перерождается и много всего. Золотой вариант стол, с ним побеждать не, ну. Проблема, что мы проиграем. Вот видите, у него басажабра есть. За счет басажабра у него просто карт больше по итогу выходит. И тут уже мурлок с басажабром. Короче, вот эти двое прям супер опасны должны быть. То есть ты должен быть опасный тем, что если бы как-то поменяешься, он должен поменяться, учитывая, что там типа минус бран, минус этот мурлок, наверное. Что это верно. Хотя мне почему может оставаться нам. Короче, нежить, сакс, демоны, сакс, все сакс. Короче, если есть мурлоки, мурлоки, поди сильнейшие из этого всего. А, мехи могут это выиграть. Прям спокойно, кстати, это выигрывает. Мехи через оракулов. Через врагожуев, через... Ниса ветра, бабл, много раз атаковать и... ну и понятно, да, прям.
Не ставь море, если на следующий ход там будешь снимать. А, все, да, я понял. То есть сначала снять стенку, а потом поставить. Оки-доки. Го быстро партии шахматы, да. Какой разряд? Не, сейчас шахматы играть не буду, а вообще разряд какой? В чем прикол золотого дракона? Он задувает слева-справа, то есть обычно задувает только соседнего, либо слева, либо справа. Золотой и туда, и туда. Ну, допустим, даже если его не было, то этот чувак на самом деле справлялся со всем. Так что надо было нервы в руке подержать. Свиньи тоже влетит сосуд, ну, часто, да. Окей, минус один с басажабрик. Кстати, надо баблы отсюда понаходить. Дай баблы. Эту штуку в нагу, оттуда бабл. 4-6 на баблы нужны. Дайте. На первый слот. Сейчас думаю. Да, мало забафал, фак. Нет разряда, новичок. Так как это будет жевать ворота, получается. Наверное, утро накинем сюда, может быть. Там может быть у него проходчик. Хотя проходчик. Надо бы так. Нужно было проходчика с Вестерна ставить, кстати говоря. Без одного. От Лероя призывают, у него много адаптов. Жалко, надо было шампира атаковал, да? Фак? А, не, еще, погодите, все, секундочку, еще играем. Как понять, когда снимается яд сейчас? Почему я дракона кисти не взял на него? Цена, когда монета 2-1 нужна, либо бабл, да? Король, да, стой на меня! Можно тебе бабл накинуть, руку забрать. О, ты к такому не готов, да? Готовься быть пакнутым.
А, погодите. Если на него бабу... Я должен его продавать? Или Рой оставить? Да, блин. Не-не-не. А, я не хотел... Ладно, неважно. Будешь считать, он под ним не сработает. Надо так делать, короче. Ну, не хватит еще тут существо забрать. Не 3-2. Второй слот, правильно. Только не будь побегай. Короче, этот мог ударить, и баба полетел не монорота, и тогда бы он мог не сработать. Это была проблема. Па! Пока. Тычка сюда? И тычка в обратку. В обратку, в обратку. Не ты, не ты, не ты в обратку. Я, почему? Я думал, его ордер идет. Почему он атаку пропустил? Подождите! Дракон должен следующий атаковать. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!